Вон, смотри, Леди Гага, блондинка. А она у нее нейтральный цвет волос, брюнетка, как у тебя. Я к тебе к чему? Что, может быть, тебе тоже покраситься в блондинку? Вообще, об этом никогда не думала, зачем? Мне кажется, это так круто. Yeah. Вот я просто по себе говорю, я когда перекрасилась в блондинку, ну я сама светленькая, ладно, изначально была, мне вот как-то так комфортно в этом цвете. Ну тебе очень красиво, мне нравится. И вот и макияж сразу же по-другому смотрится, и лицо, и вот как бы тон лица, прям вот вообще супер. Ну у тебя вообще как бы новый этап жизни, я понимаю тебя. Но я не знаю, я, конечно, так не экспериментировала с цветом волос, но я всегда как бы темным обычно красила. Но это, в принципе, мой почти природный цвет, я чуть-чуть потемнее делаю. Я не знаю, даже блондинка, я и блондинка. Мне кажется, очень круто. Но тебе красиво, я на тебя смотрю, мне действительно нравится. Вот смотри, помада мне раньше как бы шла, сейчас она, да, вот супер как смотрится. Да, вот рыжие тени, сейчас они, кстати, в трезе. Ну да. Ну, вот это дочь тоже нравится, она вообще сейчас перекрасилась, она вообще со мной по-другому прям как-то это коммуницирует. Да. Интересно. Ну ладно, жизнь одна, надо это экспериментировать. Ладно, попробую. Наташ! Наташа, привет! Жан, господи, ты не узнала. Как не узнала? Ты чего? Я же это по твоему совету. Я вижу. Волосы покрасила, сделала их блондинкой. Макияж поменяла, все, помаду, все как ты советовала. Ну что-то как-то... Ну, а отойди подальше чуть-чуть. Да что ж такое? Что? Ты меня не узнаешь, что ли? Что, ты какая-то желтая. Ну так у меня же волосы-то свои достаточно темные, чтобы выглядеть блондинкой, но ты знаешь, это очень тяжело, потому что постоянно смывается вот этот, ну, как бы белый цвет, не белый, а вот холодный. Они такие желтоватые становятся. Ты хорошо чувствуешь? А что такое? Что-то как-то, я не знаю, губы какие-то белые, что-то. Розовую помаду купила, как у тебя. Да ладно, это как у меня? Это твоя помада, да. А что, мне плохо? Блин. И тени я купила. Ну и все как по твоей рекомендации, ты же сказала. Рыжие тени, там вот сделала. Жанночка, очень тебя люблю, но чего-то как-то совсем мне не нравится. Прям я что-то в шоке даже. А что? Ты знаешь, я сама как бы тоже осмотрю, ну вроде бы... Ну не понимаю, честно говоря. Слушай, может парикмахера поменять? Мне кажется, что-то какая-то ерунда прям. Не знаю, может блондинка не твоё, может тебе рыжий тогда попробовать? Рыжий? Ну, рыжий мне нравится, да, вот как вот. Слушай, ну я уже боюсь тебе советы какие-то по экспериментам давать, потому что что-то как-то я не знаю прям. Да. Смотри, конечно, сама. Мы думали, и блондинка будет хорошо, но видишь, что-то как-то... Ты сама же видишь, что что-то не то. Ну, я смотрю, у тебя красиво, вот тебе голубое красиво. А ты у моего парикмахера была? Да, да, у твоего, как бы ты посоветовала. Вот она мне сделала. Сказала, что по-другому никак, что у меня только такой цвет получится. И мне приходится чаще ходить в салон, потому что свои темные отрастают очень быстро, и поэтому, чтобы подкрашивать, конечно, это накладно, иметь светлые волосы. А ты часто ходишь в салон? Да нет, нет. Раз в полгода. Ого! Это тебе настолько хватает? Ну да. Интересно. Слушай, Жанночка, может быть, давай в другой как-то? Да, ты думаешь, это как-то совсем не то. Надо у Лизы спросить, может быть. Да, давай Лизу спросим. Может, что она посоветует? Нет, там, ну, у неё, мой парикмахер тоже хорош, но у Лизы там тоже какой-то вроде неплохой. Там, давай у Лизы спросим. Ну ладно. Ой, Наташ, привет! Это опять я! Мы с тобой давно не виделись. Жанночка, я тебя опять не узнала! Что? Ты рыжая? Слушай, да я все осветляла. Потом, короче, я настолько испортила себе волосы, что пришлось их обрезать. Я вижу. Вот, да. И вот челочку тоже ты сделала. Ты у Лизиного парикмахера была? Да, я уже поменяла парикмахера, потому что, ну, там, и по стоимости, ну, неважно, короче, в итоге я сейчас рыжая, да. Ничего и не понимаю. И помаду поменяла, как ты в тот раз сказал, что не очень хорошо, а мне Лиза посоветовала, сказала, что лучше к рыжему красной, вот теперь с красной помадой хожу, вот. Ну, короче, вот так, да. Тебе что? Слушай, я не знаю, может быть, ты меня не узнаешь? Я тебя не узнаю, может быть, мне непривычно просто тебя в таком образе видеть. Но что-то как-то, мне наверное, кажется, непривычно, слушай, да? Наверное, непривычно. Мне кажется, по-молодежному. Опять, правда, тяжело поддерживать, а все-таки свои-то темные растут, и рыжий цвет, а все равно чаще. А, я поняла, наверное, помада мне, тебе не подходит, да? Просто, да. То есть мне надо ее поменять, что ли? Наверное, да. Да? И стрижку, Жанночка, я не знаю, блин, может быть, кому-то у кого-то другого советую. Другому сходить к мастеру, что ли? Я не знаю, лучше. Вот ты меня слушаешь, я тебе говорю, и что-то не то у нас с тобой получается. Как-то вот на Лизе рыжий по-другому смотрится. Они очень красивые. Очень красиво. Мне тоже так нравится, как у нее. У нас, в принципе, цвет волос вот сейчас. Мы же одного мастера делаем, а практически одинаковый. Вообще, на тебе по-другому как-то смотрится, да. И стрижка у меня такая, как у нее. Да, да, да. Я вот про что говорю, что что-то все равно как-то меня смущает. Да. Слушай, а может быть, тогда мне другой цвет волос попробовать? Какой? Ну, не знаю. Надо подумать. Ты шутница. Зеленый. Хотя тут я как-то красилась, там что-то получился какой-то блондинистый зеленый, ты представляешь? Ой, короче, даже не знаю, что делать. Я экспериментирую, как-то вот все. Мне сейчас кажется, что твой натуральный был лучше. Ты что, вернуться к своему, что ли?
Мне кажется, что да. Ты как-то сочнее была, да? Тон лица другой был. Мне кажется, что, может быть, просто не твое это эксперименты. И что теперь делать? Как дальше быть? Какие советы? От кого принимать? Дело в том, что когда мы меняем цвет волос, очень сильно меняется наша кожа. Если мы еще и не поменяли цвет одежды, а носим то, что мы носили раньше, то это тоже может очень негативно сказаться на нашей красоте. Вообще все зависит от того, как выглядит наша кожа. Поэтому, когда мы хотим выглядеть хорошо, молодыми, здоровыми, очень важен вот этот вот фон, зона портрета. Что у вас здесь по цвету и какой цвет волос? Как правило, если вы меняете свой цвет волос приблизительно в своих же цветах, то есть, например, у вас русые волосы, и вы сделали их чуть светлее или чуть темнее, то есть, получается, вы поменяли немножко светлоту, то тогда, в общем-то, можно оставить все как есть, и ваш цвет одежды, который вы носили до этого, и тот же макияж. То есть, в данном случае, получается, что вы не уходите кардинально от своей природной палитры. Но если вы решили противоположный цвет волос сделать, например, вы брюнетка и решили стать блондинкой, или вы блондинка стали брюнеткой или рыжей, то вот здесь просто поменять цвет волос недостаточно. Вам нужно обязательно еще пересмотреть стиль одежды и цветовую палитру и обязательно поменять макияж. Макияж – это вишенка на торте. Это заключительный штрих. Он как раз связывает вот эту всю композицию: одежда, волосы и макияж, так как находится как раз лицо между волосами и одеждой. Мы делаем так, чтобы был красивый переход. Тогда лицо наше смотрится очень красивым, здоровым, молодым. Поэтому, если вы решили кардинально поменять цвет волос, то пересмотрите, пожалуйста, свой макияж. Потому что то, что было красиво с прежним цветом волос, может вообще не работать с новым цветом волос. И здесь не просто поменять цветовую гамму. Возможно, придется поменять акценты. Наверняка у вас был такой опыт, как вот у моей героини в этом ролике, да, что вы как раз послушав то подружку, то приятельницу, то коллегу на работе, может быть, вам парикмахер сказал, а давай сделаем новый цвет волос. Делаем что-нибудь такое сумасшедшее. И вы верили этим людям, но почему нет? Потому что, возможно, у них был, например, хороший опыт, и вы попробовали, но в итоге вы понимаете, что что-то не то. Как будто бы вы себя потеряли. Почему-то кожа смотрится не так красиво. Такое впечатление, что нужно больше макияжа. А это действительно так. Если вы меняете кардинально цвет волос, то макияж действительно приходится делать более насыщенный для того, чтобы сбалансировать. Потому что таким образом вы как будто бы немного, но нарушаете свою гармонию по цвету. Поэтому здесь лучше, конечно, прислушиваться не к подружкам, не к коллегам, а все-таки к специалистам, которые вам помогут уже с новым, например, цветом волос сделать грамотный макияж и грамотно подобрать по цвету одежду, хотя бы в зоне портрета. Вот это все имеет огромное значение, потому что тот цвет, который находится здесь, тот цвет, который находится здесь, они на кожу нашу дают, это называется симультанный контраст. Что это такое? Это когда нейтральный цвет, в данном случае кожа, это бежевый цвет, в бежевых оттенках их очень много. Будет бежевый цвет меняться в зависимости от того, какой цвет рядом. Например, у вас наверняка была такая ситуация, вы примеряли, допустим, красную помаду, наносите, понимаете, ой, какой ужас, не идет вообще. Нанесли какую-то другую, более нежную, и вот сразу же красиво. Вот так работает то же самое с цветом волос и с цветом одежды. Поэтому цвет играет огромную роль. И тот макияж, который вы делали раньше, он может выглядеть уставшим, болезненным, или он вообще как будто бы пропал.
Поэтому, чтобы у вас не было такого печального опыта, чтобы сохранить свои волосы, у них тоже есть определенный ресурс, поэтому красить, высветлять, обстригать, все-таки, когда они выглядят здоровыми, это тоже дает какой-то фантастический шарм. Неважно, короткая это стрижка или это длинные волосы. Поэтому наша задача не проводить такие кардинальные эксперименты с собой, а лучше сразу делать грамотно. Где? Я преподаю уже 25 лет, у меня есть школа красоты, и я этому искусству обучаю. Я обучаю женщин, как чувствовать и как видеть в себе красоту, как распознать свою цветовую палитру, как узнать свой тип старения. И, соответственно, как можно, уже имея эти знания, помочь себе, чтобы сохранить то, что нам дала природа. Мы все прекрасны, мы все уникальны в своем роде. Поэтому наша задача не смотреть на кого-то, а понять, в чем уникальность именно нас. И тогда, когда вы понимаете, чем вас наградила природа, и сможете это правильно подчеркнуть, еще больше это усилить, то тогда просто от вас будет не оторвать глаз, насколько вы будете прекрасны. Поэтому вот этот путь к себе, во-первых, намного становится легче на душе. Вы прям понимаете, что я красавица, да, я просто вот здесь вот немножко ошиблась. А теперь я знаю, в чем моя уникальность, я знаю, как это подчеркнуть, и это становится значительно проще, быстрее, меньше нужно всяких манипуляций. И в итоге становится это такое удовольствие, что вы видите, что у вас есть что-то хорошее, что вам не нужно никого копировать. Вот если вы хотите получить эти знания от специалиста, все-таки 25 лет стажа о чем-то говорят, то приходите ко мне в школу красоты, я раскрою вам все секреты, и каждая женщина, неважно сколько вам лет, научится этому искусству красоты, и вы будете смотреть на себя в зеркало в любом возрасте и получать колоссальное удовольствие от того, какая вы красивая. Переходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь на курс. До новых встреч!